Ну расскажи, Серега, что мы тут сделали? Бентли руль поставили. Бентли руль, да, красивый Бентли руль. Указатель уровня топлива, тахометр, панель переключателей у нас здесь. Значит, морская музыка. Босс. Выносная кнопка лебедки Стронгер. Значит, рундуки у нас, кормовой. А, да, кстати, сзади вот такой поставили, значит, топик. Он метровый, гораздо интереснее. Он получается повыше. Значит, сейчас закрепим. Значит, врезали сюда один стакан для спиннинга. Держателя сюда можно под сак засунуть и так далее. Мощный, крепкий. На самом деле это Тахацу, просто написали Меркури. Не-не, Тахацу немножко другой. Тахацу немножко другой. Колпак другой даже у Тахацу. Да, вот колпак немножко... другой, а все остальное да. Это. Ну, похоже, да. Топовый. Так, топик горит, но сейчас светло, плохо видно. Это фары. Так. Это подсветка. Прибор. Ага, подсветка прибора. А последний пустой, что ли? Последняя пустая. Все понятно. Ну, на всякий случай, ну, там общем... есть, мало ли что-то подключить надо, да. Будет. Ну, вот, пусть будет. Панели с предохранителем мы вам поставили. Не. Ну, вот. Потому что достаточно... вас... Плохо горит, да? Ну, она видна, но она в темноте хорошо все видна. Понятно. Сейчас тут показывают 12-4. Так, у нас соответственно, здесь вот топливная система. Бак на 42 литра по паспорту, но где-то 45 сюда влезает. Вот под него сделали площадку такую и установили. Надо на них как добраться. Либо снять панельку, либо да. Вот там лючок. Да, лючок поставили, там можно до него добраться. Либо откинуть вверх, открутить. Самое быстрое. Либо спустить баллоны. Тут разные варианты есть. Через нищи можно достигнуть. Хороший. Музычка. Босс. Аккумуляторный ящик. Открылась эта штука уже. А. Вот. Все в окантовочках, чтобы ничего не терло. Консоль, как видите, подогнана четко. Сигнал. Вот. Выключатель массы здесь, на консоли. Сзади вот так получилась площадка, здесь можно какие-то баулы в герме мешки сложить, вот, или какой-то контейнер посложить там. Вот. У нас сейчас будет первая заправочка. Ну как, удобно заправлять? Да, шикарно. 42 литра и где-то 3 сантиметра до верха еще. Ну то есть 45 получается должно войти. По паспорту 42. 42 здесь и есть. У меня 15 было залито. Ну, сейчас еще раздует и 50 войдет. Ну, для 30-ки 4-тактный этого топлива надолго хватит. Смотря как жарить будут. Ну да. Загоняем ривербоц 430 с Меркури 30-очкой. Сейчас будем пройдем тест на нем. Посмотрим, какая у нас максимальная скорость. Вот сколько идет в одного, в двоих, втроем. Первый спуск на воду. Лодка первый раз увидит воду. О, днище намокло уже. Это, кстати, у нас первая 30-ка Мерк, да? 4-тактная. Да. Сейчас делаем первый. Да. 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 Дайте ему 5 минут помолотить, чтобы тут нагрелся. О, да, это да. Сейчас тут поработаем немножко, да.
Дельфин. Да. Вентилятор может даже отключить. Да. Слишком легкий. Мотор тяжелый. Да. Баком мы его не придавили. Может быть, я вот когда стал немножко так вот вперед чуть-чуть, чуть получше стало, но надо, короче, наклонную плиту и, может быть, даже мотор. Хорошо, но вот... А по оборотам идет нормально, 6000 на выключение. А я вот к чему. А что нам даст наклонная плита? Потому что мы же тримом... Наклонная плита у вас... больше подожмет мотор и, соответственно, придавит нос. В обратную сторону. Да. Он больше будет придавливать нос. Да. Ему надо подавливать нос, потому что нос получился легким в данном случае. Леонид, я тебе сразу говорил, что ты в профессионале, это одно разочарование. Мотор поднял, да? Да. Уходите, парень. Оп-оп-оп. Ну что, Серёж, всё отлично, всё работает. Ну, остальное доработаем напильником, да. Как обычно. Я его установлю на разных режимах, как бы, ну вот, если разогнать ее в полный газ, ну, она до своих там 40 поднимается, но начинает дезинфицировать. На номинале сваливается, с глиса переходит. Что-то мотор ей... Меркурий. И двигатель тяжеловат явно, потому что он раскручивается до 6. Кто вас консультировал, когда вы Меркурий выбирали? Никто. Вот именно. Никто. Надо было отдохаться в районе. Конечно. Так, ну чего, прицеп? Да, давайте. Я мотор заглушу. Мы сейчас сегодня пошли. Планируйте ресторан. О. Вот туда, по течению. Планируйте рестораны. С этим проблем у нас нет. А мы будем работать. Надо сделать хорошо. Ну вот, подняли сейчас мотор выше на 0,8 по натовской классификации.
пройдемся. Надо защелкнуть, нет? Как? Вот смотри, идем на крейсерскую, выходим, вот, 4800, 4900. А идет отлично, держит скорость хорошо. Смотри, на крейсер идет прекрасно. Так, сейчас я еще раз покажу тебе скорость. Вот, идем 49, да? Скорость 38-39. Это вот сейчас практически по течению 40. Сейчас вот пойдем поперек, но обороты, обрати внимание, 5900. Сейчас вот выходим против течения, но не сваливается абсолютно. Вот. Можем чуть убавлю сейчас. Отъезжал 4800 где-то, и все равно, вот мы идем на крейсере. 4800, 4500 идем на крейсере, не спадаем. Вот освещающим ничего не валим, все отлично идет. Вот скорость 27, держит крейсер. 27 и держит крейсер, мы вдвоем. Видишь, я считаю, что в принципе все нормально. Сейчас добавлю газ. Практически против течения, 42 вдвоем. 43. Волны пройдем они. Thank you.
два сейчас.